24 февраля смотрите на канале «Россия-24» премьеру документального фильма «Неизвестный Володин». 1990 год стал началом его политической биографии, его стремительного взлета. Но сколько было непростых, порой тяжелейших ситуаций в этой внешне благополучной карьере, знает только он. Окружающие знают другое. Руководители воспользовались результатами чужого труда, чужого интеллекта вообще, ну, конечно, безобразие. Я думаю, что чувство горечи испытали бы все. Очень, конечно, хорошо, что есть такой вот Вячеслав Викторович, который приедет и привезет на блюдечке готовое решение, ничего не делать сможет. Мне, например, стыдно бывает. 24 февраля в 14:00 на канале «Россия-24».